На вокзале Павлодара нашли брошенного ребенка. Его оставила мать на остановке в спортивной сумке. Инцидент случился накануне вечером и взбудоражил как полицию, волонтеров, так и всю общественность. Спустя 2 часа полицейским удалось установить личность нерадивой матери и задержать ее. Как выяснилось, 33-летняя женщина приехала с ребенком в Павлодар на такси из города Семей. Малыша с признаками ОРВИ и небольшой температурой доставили в детскую областную инфекционную больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо. Поступление было с общепринятой температурой 37,8. Горло красное было, катаральные это сопельки были небольшие, немножко подкашливает. Состояние на утро стабильное. Температура нормализовалась. Находится в карантинном отделении. Взят мазок на ПЦР на ковид. При отрицательном анализе переведется в профильное отделение. Оттуда будет оформляться дом ребенка. По факту оставления в опасности начато досудебное расследование по статье 119, части 1 УК Республики Казахстан.